В деревне Новое Исаково Урмарского района после реконструкции открылся памятник ветеранам Великой Отечественной войны. Несколько лет люди собирали сведения о погибших на фронте земляках. Теперь имена героев увековечены на мемориале. Рифат Фаткулин с подробностями. 98 мужчин ушли из Нового Исакова на войну. 70 из них не вернулись домой. Не было семьи, куда бы ни пришла похоронка. От знакомых на обелиске фамилии бросает в дрожь, признаются сельчане. Хотя прошло уже много лет. У моего отца Егора Василия Егоровича 1907 года рождения было 4 брата. Это Егоров Герман Егорович 1916 года рождения. Он тоже ушел на войну и пал смертью храбрых в декабре 41 года. Был младшим лейтенантом. Он защитил своей грудью своего командира. Такие памятники, конечно, они нужны. Нужно открывать их. Этим мы, конечно, даем дань памяти жителям этой деревни, которые воевали и защищали нашу страну, чтобы мы жили мирно и счастливо. Построенный в 80-х годах, памятник давно нуждался в реконструкции. Нынешнее восстановление стало возможным благодаря победе в конкурсе общественно значимых проектов от партии «Единая Россия». Сумма гранта – 160 тысяч рублей. На фронт ушли 98, по данным памяти, изданного 2007 года. Но я думаю, там не все данные не полные. У нас в преддверии 75-летия еще у нас такая большая задача стоит, чтобы мы всех наших солдат нашли. Так что военная страница летописи деревни окончательно еще не закрыта. Она пополнится новыми именами. Рифат Фаткулин, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.